Joten loppujen lopuksi tämä on resurssien managerointipeli, jossa on ehkä vähän jotain jännittäviä elementtejä. Yeah. The killer wind came down without a warning, and no one had the chance to get away. It was a desperate solution. In all 3,400 men made these were friends with bitter eyes. Right. Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний, выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным, слишком абсурдным. Right. Тому и что вай. Глупцы. Каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. В жопу, комитет! Я никому не позволю уничтожить результаты моих трудов. А, там... Оман. Проснись, Игорь, проснись. Таня... Это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня. Изо всех сил. Первая зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. Kokemin operaatio. На заметку. Мне нужны еще подсказки. Каменаса varmaan käydä. Я знаю, что ты там, мышонок. Ответь. Кто это? У меня есть вопрос получше. Кто ты? Что? Шучу, мышонок, я шучу. Я знаю, кто ты. И знаю, что ты ищешь, ясно? Думаю, для начала этого хватит. Послушай, я хочу тебе кое-что показать. Кое-что очень важное. Но нам нужно встретиться лично. На словах не объяснишь. Это надо видеть. Я не знаю, кто ты, и я не полезу вслепую в очередную ловушку. Вслепую? Ну что ты? Наоборот. Я хочу, чтобы ты все увидел. Встречаемся в командном центре радара Дуга.
Ты не знаешь, где это, верно? Радар Дуга. Да кто ты, блин, такой? Безумие какое-то. No. Pienikin mahdollisuus, että se vie eteenpäin. Tarviiko näitä muuten poimia? Tarvitsee. Sienivarasto on tässä. No jotain. Ah, latasin vain. F-kasi näkyy ja lataa. Radio kutsuu uudesta. Я знаю, что ты там, мышонок. Кто? Tehtiinkään taas näitä. Voisin katsoa nimittäin, että mitä mä pystyn tässä tekemään tällä hetkellä. Mä varmaan mitään pysty tekemään. Слышал твой разговор. Что собираешься делать? Казино пакко мене. Вероятно, встречусь с таинственным незнакомцем. Главная тайна этого незнакомца в том, почему он до сих пор не привязан к койке и не накачан галоперидолом. Думаю, он может что-то знать. Мне стоит рискнуть. Конечно, он может что-то знать. А может, просто ждет, когда можно будет проломить тебе череп и съесть твою печенку на ужин. Не думаю, что это хорошая затея. Слишком похоже на ловушку. Похоже на ловушку, но мы не можем его игнорировать. В любом случае, у меня есть пушка, и я буду очень осторожен. Да уж постарайся. Мне бы не хотелось наткнуться на твою отрезанную башку где-нибудь в камышах. Что бы я ни думал о таракане, без него я вряд ли смогу отыскать. Уверен, ты просто мчишься навстречу смерти. А этот, чокнутый, уже знает, где мы. Может, он сам или его шизанутые друзья прямо сейчас нас окружают. Здесь отличная точка для обороны. Мы сможем засесть тут и отстреливаться, если придется. Ценю твое стратегическое мышление, Оливер. Но я должен это сделать. Okei, joka päivä tää tulee paikkaa radioaktiivisemmaksi ja radioaktiivisemmaksi. Aa, okei, eli pystyis niinku estämään tän.
ihan sattumanvaraista, että onnistu. Дуга. Гигантская, пугающая стальная махина. Отголосок холодной войны. Памятник безумным амбициям тех времен. Но при чем здесь ты или я? Столько лет прошло, но кто-то обязательно помнит, Игорь. Кто-то должен знать. Havaitsemiseen käytetty tutka siis tuossa Tšernobylin ydinvoimalan vieressä. Tšernobyliittiä. Sulla on käynyt vähän huonosti. Что за чёрт? Что? Плохо дело? Да. Как это случилось? Стрелиться? Я не идиот. Я понимаю, что мне отсюда не выбраться. Пытай арму лаукаста. Хотя бы. Позволь мне самому все закончить, пока снова не появились эти твари. Или убей меня. Ты хотя бы человек. Подожди. Должен быть способ как-то освободить тебя. Можешь его поискать. Только не оставляй меня в подвешенном состоянии. Siis mä sain sen, irti. Okei, ei se tarvinnutkaan muuta kuin, että mä teen vaan valinnan. Selvä. Ты только будь осторожней теперь. Ладно? Буду. Слушай, я тебя запомню. Как знать, может, однажды сочтемся. Ну, он у хива олла кавереита. Трудно, что huono tapa lähteä kyllä. Miksei tässä on craftaamiseen niinku B niinku building system eikä craftaus, no niin. Fireworks, laseri ansa. Tää tyyppi kyllä osaa tehdä vähän kaikkea. Melkoinen tiedemies kyllä. Tiedemies, sulla on syvät taskut. Niin joo, mun piti katsoa sitä environment modifiereita.
kiva. Ei toi törkeen kallis on tommonen radioaktiivisuuden estämislaite. Tää on kyllä älykkäämmin kuin Einstein tää päähenkilö. Kehittänyt ihan hämäriä laitteita. Joo, vois itseasiassa keräillä ja tehdä vaikka joka puolelle. Pelintekijät tykkää nukeista näköjään. Okei, se on vaan revolveri. Siinä on jotain. Mut tonne sen pääseminen tarvii sen Chernobylitin ruiskeen. Mikä vaatii resursseja. Ja resursseja saa dyykkaamalla. Sun täytyy päättää, että mihin sä käytät resurssia. Joten loppujen lopuksi tämä on resurssien managerointipeli. Jossa on ehkä vähän jotain jännittäviä elementtejä. Vie! Toi itse asiassa onnistu pelästyttämään. Hetkinen, se teki portaalia poistu paikalta. Äänen vaimennettua se. Ei se oikein pysähtynyt tohon noin niinku nakantilla. Sen oli kai muistaakseni noin 9 millinen. Vai oliko se 7.... En nyt muista mikä nakanti. 7.65 tonne todennäköisesti. Okei. Eli tommoset oliot voi ruveta tätäkin paikkaa valtaamaan. Niin se ei ole pelkästään niin kuin se ei ole pelkästään radioaktiivisuus, mitä vastaan tapellaan, vaan myös niin kuin toisesta ulottuvuudesta tulleet tyypit. Mä en tiedä, miten se saa... Okei, eli se ei lähtenyt mihinkään karkuun. Okei, se on tehty sienistä tää kaveri. Okei, eli se vaan vetäytyi paikalta, eikä tota noin niinku... Väliaikainen vetäytyminen. Teillä on vähän käynyt kyllä huonosti nyt. Пришёл закончить начатое, урод. Что тут произошло? Глаза разуй, гений. На нас напало сраное исчадие ада. Ты меня так просто бросишь. Извини. Я ничем не могу тебе помочь. Niinku piti kaveria hoitaa sillä ensiapupaketilla. Tietysti jos sen löytäis, niin... kavereita kannattaa olla. Äh,
huono päivä. Привет, уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь, ну, поинтереснее? А я уж думал, ты не спросишь. Ага, кунно кауппиас. Okei, kaksi ruokaa, niin... Давай посмотрим, что у тебя есть. Счастливого пути, друг мой. Okei, katsotaas nyt. Mitä tarvis tommonen? Mä saisin tällaisen aikaiseksi jo. Alright, jos ne hyökkää ihmisten kimppuun noi otukset, niin... Melkein mä sieniä vaan tarvii enemmän. Ruokaakin tarvii. Ei mulla oo hirveesti oikeesti antaa ruokaa pois. Ja miten se oli? Oliko se kaksi ruokaa, yksi Привет, loppikki? Уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь, ну... А я уж дум... Joo. Huhho, onpas ne arvokkaita. А что вы вообще тут делаете? Зона? Опасное место? Ну... Наши секреты я раскрывать не буду, но, скажем так, в Припяти есть много бесхозных ценностей. Правда? Например? У тебя хорошая аура. Ты и сам все узнаешь. Аура хорошая. Ну ладно. Я тоже кое-кого ищу. Может, и брата твоего найду. Благодарю. Пусть удача улыбнется тебе и поможет в поисках. Счастливого пути, друг мой. А у тебя что-нибудь, ну... А я уж думал, ты... Счастливого пути, друг мой. Joku haulikkokin olisi itse asiassa ihan kätevä, jos niitä hirviöitä tulee lisää. Tuo näyttää oikeasti taktiselta. No, selvä. Eli, tää on joku Mossbergi tää... Okei, toi... Venäläinen versio siitä. Mitä nyt niitä Tarkovissa olikaan? Jesarilla ja...
Tein tässä lämpökameran. Okei. Melkoinen nero tää tyyppi kyllä. Selvä. Сюда в 85-м переехал. Игорем звать. Тогда тут все было по-другому. 1985-й. Это 3 минус 5. А, короче, это больше 10 лет назад. О! Ты понимаешь, что это значит, Игорь? А? Это значит, что ты... Один из нас! Из Припятской братвы! А Припятская братва рулит! Правда? И сколько вас в этой твоей братве? Икси. Ну, еще недавно нас было много. Но сейчас остался один я. Я босс. А ты будешь моей правой рукой! Что ж, видимо... Спасибо. А что случилось с твоими друзьями? Сейчас, вспомню. Погоди. Так, Саня. Саню арестовали. Теперь меня как хуже. Он Гриша был. Гришу застрелили. Олег с лестницы свалился. Вован. Вован в реке утонул. Ну а Леху съел крокодил. Что? В Припяти же нет крокодилов. Да не настоящий. Ну... Крокодил, шаришь? Ты пети Юлиан. Наркотик такой, крокодил. Ты про дезаморфин? Слышал про него? Вообще-то это чистый яд. Ты к нему своих ребят не подпускай. Каких ребят? Я ж тебе говорю, я один остался. Один. Евгений. Ну и ты, Мич, еще мой заместитель. По этому случаю стоит выпить. Но нар весь мой самогон конфисковала. Но теперь мы вместе. Припятская братва еще вернется. И мы зададим этим наровским ублюдкам. Такого они точно не ожидают. Помоги мне, друг. Я ищу женщину, Татьяну Амалиеву. Татьяну? О, красивое имя. Видимо, красивая женщина. А фото у тебя есть? Нет. Одно было, но... Жаль. Никогда о ней не слышал. Твоя подружка, да? Хе-хе. Ах, любовь. Я тоже когда-то любил. Эх, Ксюша, какая женщина. Говорила, яйца мне отрежут. Если я ее обману. И что, отрезала? Ну ты приколист, ты мне нравишься. Нет, не отрезала. Она меня бросила. Сказала, я для нее слишком умный. Эй, торопида, пакар. А что-нибудь интересное тут происходило в последнее время? Ну, на электростанции что-то мутное творится. Наровцы бегают, как в жопу ужаленные.
И этот стрёмный урод в черной маске что-то вынюхивает. Короче, для бизнеса все это беда. Меня этот чувак не трогает. Но клиентов, конечно, распугал. Так у тебя есть другие клиенты? Ты меня совсем не слушаешь? Они этого говнюка боятся. Если бы не он, здесь было бы больше народу, чем на Измайловском рынке. Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле не знаешь? Ну, я продаю коробки с лутом. Сам я их не открываю. Поэтому не знаю, что лут внутри. Лут, я мы говорим. Ерунда какая-то. То есть... В каждой коробке Ты не оди тэ 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 пэ ли тэ гэ дю пи ци лутбоксэ. Они как коробки конфет. Никогда не знаешь, какая попадется. Ага. Какая глубокая мысль. Знаю. Ксюша говорила, я главный философ на районе. Все очень просто. За один паёк получаешь одну коробку. Не больше одной в день. Игорь, мы только познакомились. Но я будто всю жизнь тебя знаю. Ты мне... Ага, нечего не уйдемане. Вот, держи одну коробку безвозмездно. То есть, даром. Но никому не говори. Это секрет. Секрет братвы. Мне пора идти. Братва Фурема, Игорь! Ну, пошли, Зоб. Sellainen kaasumaski. Sitten kohti sitä väijytystä. Ei kun siis päätehtävä. Siellä on jotain. Toi ei näytä... Hei kaveri. Toi ei näytä kovin hyvältä. Jep, anomalia. No toivottavasti Lukkoseppä osaa huolehtia itsestä. Niin, niin mä käytän Tsernobyliittisäteilyä, radioaktiivista säteilyä poistaakseni. Oho, kaksi taitopistettä. Кто здесь? Чё ты тут шатаешься? Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче! Я просто ищу запчасти! Да не ори ты! Здесь опасно! Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. Ага. НКВД? Тайная советская полиция? Эти уроды тут шастают, вынюхивают что-то. Раскулачили мою невестку, а у нее всего-то две коровы было. Две сраных коровы, мать твою. НКВД больше нет. О них можно не беспокоиться. Да-да, ежел тот еще говнюк. Никому от его прихвостней покоя нет. Даже героям войны, вроде меня. Боже. Что? Говори громче, парень. У меня ж со слухом плохо. Контузия. Фриц гранату в бункер закинул. У тебя есть что-нибудь на обмен? Может, запчасти какие? А что ты раньше не спросил? Конечно, есть. Могу тебе немного хлама... На патроны поменять. Мне нужно быть готовым, если НКВД вдруг вернется. Тебе удалось найти что-нибудь ценное? Взгляни, сынок. Карунамари очень кива, но мне не нравится киверяммуксия. Примитивная
Sorry. До встречи. Okei, siihen se on metalli. Okei, eli tossa näkyy vasemmalla nyt toi, että siinä on niinku kolme health baaria niinku. Et se soukkaa vahinkoa. Siihen voi pistää metallin levyn sitten. Ilmeisesti luotiliiveihin voi pistää sitten niinku keraaminen levy. Toi näytä hirveen hyvältä toi. Tuossa oikealla on yksi tyyppi. Kauhuisilla koirilla vaan ei ollut pistoolia tai revolveria. Niin tää taitaa nyt olla se Tsernobyliitti myrsky sitten. Ja näitä tulee vähemmän jos mä teen niitä. Tarkka osuma. Mutta täysin turhaa. Täysin turhaa ihmisten kiekkoa. Silloin oli sädepyssy. Pahus. Tatiana varotti siitä. Похоже, отряд Омега был специально собран для защиты электростанции. Что за чертовщину там прячет на... Владимир Ильич. Музыкальная шкатулка, которую я подарил Тане на день рождения. А это что? Здесь что-то есть внутри. Жучок, что ли? Значит, за Татьяной следила КГБ. Зачем? Что им было нужно от нее?
Зачем ты здесь? Узнаешь? Ты хотел поговорить? Давай поговорим. Да не со мной. Старикан хотел, чтобы ты сначала эту штуку нашел. Твое время уходит. Откуда она у тебя? Не здесь. Встретимся в соседнем здании через пару минут. Все интереснее и интереснее. Ну, Татьяна, а туала. Привет, уважаемый коллега. А у тебя что-нибудь... А я уже... Счастливого пути, друг мой. Tämä taktinen passari taitaa olla ihan oikeesti. Чё так долго? Что? Зацепила тебя балеринка? Старикан сказал, что так и будет. Он хочет тебя проверить, прежде чем решить, нравишься ты ему или нет. У этого психа что ни минута, то новая проверка. Ну хоть плать нормально. Может, объяснишь мне, что здесь происходит? Этот чокнутый сказал, что ты узнаешь этот громадный радар. А еще, что все это имеет для тебя значение. Потом он еще что-то мямлил про крысиного короля, про конец света. Но не думая, что всерьез. Я пришел сюда поговорить со стариком, а не с его мальчиком на побегушках. Так что я ухожу. Что ты сейчас сказал? Повезло тебе, короче. Будь моя воля, я б тебя урыл прямо тут. Только мне тогда не заплатят. А теперь завали и слушай внимательно, что старшие говорят. Придется тебе сделать выбор. Все просто. Можешь использовать детонатор и взорвать эту железную хрень ко всем чертям. Или использовать другую штуку и прокачать свой КПК. Это улучшит все сканеры в сети. С чего бы мне выбирать? А я не знаю и знать не хочу. Я делаю свою гребаную работу, а ты делай свое. А ты кто вообще такой? Я выполняю задание, вот и все. А остальное тебе, дружище, знать не обязательно. Совет тебе дам. Этот мужик, конечно, рехнулся давно. Но за всем, что он делает, всегда есть смысл. Так что ты сам себя спроси, чего бы он хотел, чтобы ты сделал такой выбор, а? Рупет тухомаан митя. Käsiskanneriin liitetty tutka. Okei, saa jotain, menettää jotain. Ehkä tulee lisää vihollisia enemmän invaasioita toisesta ulottuvuudesta. Thank you.
lähdetään kotiin, tässä ollaan ihan tarpeeksi hajolla. Se sai jotain. Oliverille sitä vähän ammuttiin, kun se kävi varastamassa ruokaa. Игорь, пистолет, который я тебе дал, долго путешествовал со мной и уже довольно предлагаю... Хорошая идея. Он тебе правда пригодится, Игорь. Игорь. Поменяемся, Оливер? Конечно. No niin, tästä tuli heti aika paljon parempi. Ihan soosina tässä. Okei. Nähdään tuosta kiväärin ammusta. Kaasun ammari vaan puuttuu. Niin, nää on vielä slugeja kaiken lisäksi, mitä tää ampuu. Thank you.
Se meni varmaan suoraan tuohon noin niinku liiveihin. Что случилось, Игорь? Поменяемся, Оливер? Конечно. Как скажешь. Okei, okay, kyllä se kai löytää omat levynsä tuohon noin suojaliiveihin. Ruokaa ei ole kyllä hirveästi. Tää muu varustus on kehittynyt kyllä. Haulikkoon ei ole kyllä hirveästi lukee. Näemme se kannattaa kasvattaa omat ruuat. Joten niinku, eiköhän tätä muuten kannata jatkaa. Okei, nää saa skräpättyäkin. Kalasnikovin saisi tehtyä. Yllättävän helpostikin jopa. Ihan kätevään näillä saa aikaiseksi niinku noita välineitä, millä selvitään. Herpeä tarvitaan vaan. Vähän ehkä enemmän omavaraisia. Omavaraisuus on jees. Thank you.
Se ilmanlaatu huononee sitten, jos tän hammaa vielä lisää näitä kavereita. Se air quality on kyllä huono. Tai siis huonohko. Air washing unit. Ja tarvis lisää. Okei, nyt alkaisi olla ehkä sillä että tää kaveri niinku ei välittömästi ole tulossa hulluksi täällä näin. Se on plus miinus nolla tää mukavuus täällä näin, että on jopa tuoli, missä voi istua ja vähän niinku omaa rauhaa täällä näin. Ja telkkari tietysti, koska telkkari pitää olla. Ilmanlaatu on parantunut, nyt on poveriakin. Tavaraa on aika vähän, mutta niin kuin ollaan saatu kehitettyä tätä eteenpäin. Crafting stationissa ei vielä pysty craftaamaan tiirikoita. Что случилось, Игорь?
Слушай, может, получишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы, никакие хитрости нет. Но я с радостью обучу тебя основам. Да и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Окей, selvä, toi on aika kova. Okei, eli mä pystyisin tainnuttamaan ja tappamaan. Отлично. Тогда начнем. Иди за мной. Psyyke ei kärsi, jos mä käyn ne mottasemassa kumoa. Чтобы устранить врага, нужно мужество. Чтобы сделать это тихо, талант. Первого у тебя, как я вижу, хватает. А вот со вторым большие проблемы. Сегодня мы будем учиться оглушать противника, не попавшись на глаза ему или его союзникам. Тут главное не только быть незаметным, но и немного разбираться в человеческой анатомии. Знать, сколько силы нужно применить, чтобы вывести врага из строя, не убив его. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и примени удушающий захват. Начнем. Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. Tää on ihan hyvä, niin ei mielenterveys lähde kärsimään tosta tainnutuksesta. Tätä kyllä täytyisi oikeesti nyt kasvattaa tätä. Otas nyt, tosta tulee niinku 1.8 leipää päivässä, eli perusruoka näille kahdelle. Jos toinen tarvii moraalia pitää yllä, niin Oliveri tarvisi kyllä enemmän ruokaa. Joo. No, mutta tää oli mielenkiintoinen päivä. Homma eteni. Niin on tämä. Niin, Tatiana oli KGB:n valvonnassa. Agentti Splinter voi olla... jotenkin liittyy asiaan. Joo, tosiaan jos katsotte tätä YouTubesta, niin pistäkäähän tykäten ja ehkä liittykää kanavalle, muuten YouTube-algoritmit ei näytä tätä kenellekään muullekaan. Mutta niin, kiitos mielenkiinnosta ja jatketaan tätä peliä joskus paremmalla ajalla taas sitten. Hyvää yötä.